Всем привет! Ну что ж, это немножко необычный опыт использования. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом по использованию вот таких вот полотенец. Это полотенца, которые я заказывал на Алиэкспрессе. Они, в принципе, стоят недорого, и когда я их получил, я почему-то сказал, что они не стоят своих денег, но на самом деле теперь я беру свои слова обратно. Ну что ж, давайте немножко расскажу о том, почему я так считаю. У меня в использовании они уже около месяца, может быть, чуть больше. За это время эти полотенца пережили стирку, пережили работу с разными поверхностями. В основном это были поверхности такие, как стекло, металл. По поводу впечатлений, я больше всего переживал за две вещи. Первая вещь – это то, насколько они будут эффективными. И вторая вещь – это то, насколько они долго будут эффективными. То есть, по факту, вы можете заказать полотенце, которое будет очень крутым, оно будет очень хорошо оттирать ваши поверхности, будет удовлетворять полностью вас, но недолго. То есть спустя некоторое время эти полотенца потеряют свою эффективность. Что было проделано? Эти полотенца продержались две стирки, и, в общем-то, как вы можете заметить, они остались такими же приятными. То есть внешне это видно, они бархатистые, то есть они очень мягкие. Вот. Для чего я заказал эти полотенца? Изначально я думал, что я буду их использовать только в автомобиле. Но после того, как я попробовал ими попользоваться в бытовых условиях, то есть, например, протереть тот же самый MacBook, то я понял, что я их буду использовать не только в автомобиле. Дело в том, что раньше, когда я их только получил, они были все в каких-то ворсинках. Очень много всяких каких-то мелких вещей, которые прямо отсюда сыпались. Также здесь была не очень качественная строчка, то есть нитки просто-напросто торчали. Я все это дело повырывал, поубирал и подумал, ну, надолго ли хватит. И вы знаете, целый месяц пользовался, отлично они себя ощущают. То есть, как вы можете заметить, здесь не хватает нитки, да, этой прострочки, но несмотря на это, эти полотенца не растрепались, никаких проблем с ними не возникло, и, в общем-то, я полностью доволен. Поэтому от себя могу сказать такой опыт использования. Не стоит переживать, если даже вам показалось, что они изначально не очень качественные, то время вот показало, что они действительно достойные. Я покажу, как они вытирают разные поверхности, вы сами сможете в этом убедиться. То есть я возьму, например, зеркало, вытру, допустим, влажное, вытру поверхность MacBook'а, например, особенно зеркальный этот логотип, он постоянно замарывается, и вот эти полотенца, они просто идеально убирают всякие такие жирные пятна. Также этими полотенцами буквально сразу после покупки были убраны некоторые жирные следы, когда я клеил стекла на смартфоне, так что они вытерпели очень многое, даже то, к чему они как бы не предназначены. Поэтому я пока что ни капельки не жалею о покупке, может быть, со временем они перестанут быть такими приятными, мягкими и быть такими эффективными, но пока что они перестали сыпаться, они полностью удовлетворяют моим требованиям, и я доволен. Ну что ж, спасибо всем за просмотр, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, и ссылочку, конечно, на них я оставлю в описании, как всегда, чтобы вы покупали там, где я покупал, чтобы у проверенного продавца. Дошли они, кстати, очень быстро, и по цене, ну, сначала мне показалось, что дороговастенько, но на самом деле за хороший продукт это невысокая цена. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, не забывайте экономить с помощью кэшбэка, все ссылки в описании, ну и пока!